Опять повторяется вот эта стартовая позиция первого заезда. Склеров встал не совсем с краю, Мартюченко с краю, восьмой номер. И Дима опять свой ритуал. Подставил подставочку, завел снегоход, покрутил гусеницу, снял плащ и пошел стартовать. Ну, снегоходные плащи, они бывают самые разные, то есть бывают легкие, тяжелые, но в любом случае они защищают хотя бы от ветра у нас гонщиков, потому что это пластмассовая форма, она защитит от падений, но от холода никак. И даже еще и поместился Пехтерев у нас с правой стороны, 27 номер, он вклинился сюда. Еще один член сборной команды России по кроссу на снегоходах, Артем Пехтерев. Гонщик из Санкт-Петербурга, много лет выступающий за спортивный клуб «Атлант Ярославль». Итак, старт! Очень ровный, мощный старт. Опять хорошо Рязанцев стартовал. Неплохо Мартюченко. Плохо стартовал Склеров четвертым. И, по-моему, Никишкин третий. Алексей, который 16 номер. Если это он, потому что Факелская, это может быть и Смолин еще тоже. Мы будем посмотреть. Итак, ох ты, какая борьба. Здесь в этой борьбе у нас пострадал, похоже, Никишкин-младший, его затолкали. Он неплохо стартовал. И сейчас. Итак, Рязанцев, Мартюченко. Смолин, да, это Смолин, Склеров, Никишкин, Алексей Пятый, Пехтерев, Карпман, Савелий, Каменко, Юферев, Сорокопут. Итак, гонку возглавил стартовый номер 6 мастер-спорта Денис Рязанцев, Атлант Ярославль. Он, в общем-то, лидировал со старта и в первом заезде, но у нас упал, потерял очень много времени. Его преследует, в общем, целая группа гонщиков. Сейчас ее возглавляет Мартюченко. Мартюченко в первом заезде стартовал очень неважно. Долгое время шел седьмым. В итоге вот пробился у нас на четвертое место под самый занавес заезда. Итак, 15 минут плюс 2 круга лидера этот заезд. Склеров вышел на третье место, пройдя Смолина. Сейчас и борется за второе с Мартюченко. Вот она у нас проходит, он напрямую. На прямой без особой борьбы пролетел Евгения. Итак, Рязанцев, Склеров, Мартюченко, Смолин, Никишкин, Карпман, Пехтерев. Лидеры. Лидер Денис Рязанцев, Атлант Ярославль, чемпион России 2011 года и 2014 по кроссу на снегах. Действующий чемпион до окончания этапа в Новом Уренгое, который в начале апреля, в первый уикенд апреля пройдет. Склеров, преследователь, 2 года, сезон 13 и 2014, гоняется по взрослым. И у нас этих сезонов второе, третье места вот на грани подиума он находится. Очень быстрый гонщик, но не хватало в прошлые сезоны стабильности. Стабильность, похоже, появилась в сезоне 2015. Вчера он 3 заезда выиграл, сегодня первый. Поэтому сейчас был просвет 1,8 секунды. Лучший круг гонки, кстати, у Склерова 54-102. Одна и восемь, и много, и мало. Сейчас мы будем смотреть на динамику, на просвет. А динамика такова, что догоняет. Догоняет Склеров уже меньше секунды. 949 тысячных. Мартюченко 4,3. Смолин 7.
Карман прошел Никишкина. Яша на пятом месте. У него отставание 11,5 секунд. Никишкин Савелий прошел Юферева на седьмом месте, младший. Никишкины вместе идут. 16 номер старший брат Алексей. И на, за ним пятый номер младший Савелий. Ну а для телезрителей HDX3 мы видим борьбу за лидерство, как сейчас пытается. Ошибся немножко у нас лидер. Сейчас пытался у нас уже на этом повороте пройти его вперед, но обгон не состоялся. Пролетают парни линии финиша, полсекунды. Между ними еще одна попытка обгона. Но выход из поворота у Дениса Рязанцева побыстрее получается. На более позднем торможении его фактически Спиров догоняет. Но Денис Рязанцев умудряется отбиваться. Конечно, вот этот вылет в самом начале заезда первого в исполнении Рязанцева здорово ему подпортил. Итак, еще один вылет, кстати говоря. У нас мы не видим, кто это такой. Пехтерев. Артем Пехтерев, 27-й стартовый номер. Вот снегоход вытаскивает флагмаршала у нас. Итак, Артем Пехтерев, представитель атлантовской дружины, пока выбывает временно из борьбы. Рязанцеву удался очень быстрый круг, лучший для себя круг. И он оторвался от Спирова на 1,5 секунды. Мартыщенко 6,2, Смолин 10, Карпан 15, Никишкин 19,7. Артему Пехтереву не повезло, особенно на первом этапе чемпионата Европы в Тронхейме. У него гусеница развалилась, и он два заезда пропустил. Из-за него же пострадал Денис Рязанцев, лидер, который помогал ему тащить снегоход, и в итоге опоздал в предстартовую зону. Его просто не пустили во второй заезд. Но, безусловно, Денис очень быстрый гонщик у нас. Он даже четвертым финишировал на втором этапе в Фагернесе в Норвегии. В общем-то, сейчас на восьмом месте в чемпионате Европы в очках находится. Коренченко лидеры обогнали на круг уже. Опять Сверов догоняет Рязанцева. 857 тысячных просвет. Но, похоже, уже опять просвет достиг секунды. Как Гармонин, то растягивается, то что-то отвалилось у снегохода. Либо это на дороге, на трассе лежала какая-то запчасть от предыдущего оратора. Да, секунда и две десятки. Мартюченко 7,8 просвет. Итак, на третьем месте у нас Евгений Мартюченко, который очень здорово стартовал в этом заезде. Правда, уступил позицию у нас Сверову, но тем не менее сейчас третьим идет. Женя тоже двукратный чемпион страны по кроссу на снегоходах. Он у нас выигрывал в сезонах 2010 и 2013. Спринт-кросс выигрывал дважды в 2015 и 2013 в Ярославле, традиционные соревнования. Призером молодежки был три раза. Ну, он сейчас уже, так сказать, вышел из молодежного возраста, 87-го года, ему 27. Мартюченко за все команды гонялся. Он ездил за «Факел», прошлый сезон за «Ямбур», сейчас «Тюмень», команда сборной Тюменской области. Ну, если она не представлена, здесь в единственном числе. Девятая минута, из 15 заезды идут, уже пошла выносливость, вход, секунда между лидерами.
И оба идут очень быстро. Лучший круг гонки у Склярова. Третий круг был 52-959. Сейчас 53 оба идут с хвостиком. На этом круге Денис Рязанцев быстрее на полсекунды. Лидеры обгоняют очередного кругового. Итак, шестой номер Денис Рязанцев. Это шестой номер по рейтингу, потому что не все соревнования Денис в прошлом году посетил. Ну и вот набрал очков. И первый номер Склярова, первый номер по рейтингу сезона 2014. Синий флаг, это надо лидера пропустить круговому. 40-пут у нас, по-моему, уже. Да, прошли 40-пута. 1,2 просвет. Сейчас в одном темпе идут лидеры. Ну, даже при условии победы Дениса, сейчас у нас, конечно, в лидеры он не выйдет из-за неудачного первого заезда. Один вход у нас Артем Пехтерев, кто вчера смотрел у нас Вороков, попал в ДТП со своим участием. Слава богу, обошлось малой кровью это дело. Лидеры очередного кругового, это, я подозреваю, Хоменко у нас, Валерий Факеловский гонщик, сейчас будет повержен на круг. 465 тысячных на линии финиша. Коренченко они уже на два круга наказали. Полсекунды, просвет, активизирует свои действия Скляров. Обороняется у нас Денис Рязанцев. Павел Рязанцев, папа, строил эту трассу, пилотируя снегоход, ратрак и, в общем-то, всякий. У него богатый опыт тоже, в общем-то, в этой области. Они занимаются подготовкой трассы Бьемина. Догнал! Догнал! Такие у нас Скляров. 385 тысячных было на финише. Сейчас и того меньше. Вот сейчас лучший выход с поворота у Рязанцева и... Опять просвет полсекунды. 12 минут. 3 минуты основного времени плюс 2 круга. Борьба. Ноздря в ноздрю. У нас идут, ну, как-то однообразно. То есть, в общем-то, Скляров пытается пройти. Вот сейчас на прямой. Круговой. Теперь уже это Юферев. Я подозреваю, собственно говоря, здесь оказался... На круг. О! До контакта дело доходит! Сейчас на прямой. Ну, возможности двигателей примерно одинаковые. Ну, так, по-внешнему. По-внешнему. Ну что? Не хватило скорости. Перекрестил траектория. Выход хороший у нас у Дениса. По-внешнему. Перекрещивает. Газ и смена лидера. Вперед выходит единичка. Дмитрий Склеров. Ямбург, Новый Уренгой. Как он грамотно все-таки вот здесь провел. Ехал-ехал под самый занавес заезда. Меньше 2 минут уже контрольного времени. Он вышел вперед. Но правда, я так понимаю, что Денис с этим не согласен. Попытается. Оглянулся еще, посмотрел. У нас повтор идет в HD Extreme. Итак, очередной круг. Склеров. Ну, в борьбе у него сейчас 55 круг, у Рязанцев 57. Между ними секунды и 3 десятых. Ну, сейчас будет зависеть от того, у кого осталось больше сил у нас.
на завершение заезда. Да, Смиров в этом сезоне силен. Он начал сезон еще в декабре месяце. Ух ты, здесь, кстати говоря, на позднем торможении-то его Денис догнал. На прямой чуть лучше выход у Смирова. Смиров, кстати говоря, у нас пробует свои силы во фристайл снегоходном у нас в кроссе. И, как вы помните, здесь два года назад, когда американец Джастин Хойер отказался прыгать у нас здесь, то как раз Дима Смиров его заменил. Ну, Магнус Норгин прыгал, швед. И вот Дима Смиров, ну, такие достаточно простые. Да, отстает у нас, кстати говоря, Денис Рязанцев, все силы на борьбу ушли. И сейчас был просвет 1,5 секунды. Я думаю, что на этом круге он вырастет. Еще два круговых. Там Савелий Никишкин попал у нас на круг. Закончилось, кстати, контрольное время заезда. И табличку приготовил судья на линии финиша. Вот это темп. 40-пуда на два круга будет сейчас. Да, больше 2 секунд уже. 2,2 просвет. Савелий, кстати, Алексея прошел. Похоже, у Алексея Никишкина проблемы какие-то со скоростью. Минут 0,4. Круги медленные пошли. При том, что 56 лучший был. Сейчас 56 идет только Склеров. Остальные все 57-58 и за минуту. Уже 1,5 круга лидеру осталось до финиша этого заезда. Вот сейчас Яков Карпан на 5-м месте, наш юниор, пересекает линию финиша. 44,7 отставание Якова. Хорошие очки, все нормально. 16 очей. Итак, последний круг в исполнении Смирова. Что Рязанцев ответит? Нет, нет скорости. 3,8 уже просвет. Алексей опять прошел Савелия. Круг быстрый, так что все, они, видимо, какая-то ошибочка у Леши была. И Никишкин сейчас занимает 6-е и 7-е места. Итак, первый номер Склеров, 6-й номер Рязанцев, 8-й Мартюченко. Лидеры 2-го заезда класса взрослые. Кубка России 2015, трасса Великий Устюг. В одном круге, кроме лидера, всего 4 спортсмена. Яков Карпан один из них. Итак, финиш! Перов выигрывает оба заезда у нас сегодня. Рязанцев 2-й, плюс 22. 40-пуд, 7-й номер, топ-10. 16-й номер Никишкин, 6-й, Алексей. И 5-й номер Савелий, 7-й. Итак, у нас финиширует Юферев Сергей на 8-м месте. Мартюченко Евгений, 8-ка на 3-м. Хоменко Валерий, 9-ка, 9-м месте, 31-й номер. 4-ка Смолин на 4-м месте. Он удачно проводит вот этот заезд, и тем более первый на подиум заехал. Ну и Яков Карпан один сейчас будет финишировать на 5-м месте. Вот мы его ждем. Так закончился заезд взрослых. Нас ждет заключительный заезд класса спорт. Для телезрителей мы показываем табличку с результатами, с отставаниями круговыми и так далее. Для зрителей на трассе я просто озвучу, что первый номер оправдал, отработал свой номер. Дмитрий Склеров выиграл заезд. Ямбург Новый Уренгой на 2-м месте. 6-й номер Денис Рязанцев, Атлант Ярославль на 3-м месте. 8-й номер Евгений Мартюченко, Тюмень.